Добрый день, дорогие зрители. Сегодня нашим обзором будет вот такой фидер. Я его ставлю на продажу. Причина, как бы укажу, следующая. Это поломка вот такого второго комля. Вторая часть фидера. Сломался у меня он буквально, значит, в отвес. Ловил с лодки, ловили мы пикшу. И почему-то, значит, на подвеску с пятью крючками, нет, вру, с семи, семи крючками, у меня он, собственно, сломался. Хотя я ходил до этого ранее с ним, все было прекрасно. Ловили ставриду, ловили селедку, как бы, ну, выдерживал точно, как бы, нагрузки. Почему я его продаю? Почему по этой цене? У нас, как бы, ремонт в Севастополе стоит 1000 рублей. Вот такое место, оно сломано. Я не хочу вообще его ремонтировать, да, за эти деньги. Для меня это, как бы, то же самое дорого. Я либо сам сделаю ее, каким будет, значит, таким и будет фидер в дальнейшем. Вот, если, например, я не буду его использовать, там, допустим, для фидерной ловли или там забросов, вот, значит, тогда, собственно, буду также и ловить на него в отвес, нежели продавать его за 1000 рублей, собственно. И потом, что куплю на эти деньги? Ничего. Так, сейчас, секунду. Вот моделька, значит, 360 ml. Catch 70 грамм. Тест 70 грамм. Компания Golden Cage Vertex. Сейчас вам покажу на самом спиннинге. Вот такой спиннинг. Он, в принципе, мне нравился всегда. Тоненький, элегантный. Симпатично сделан. Вот указаны здесь его параметры. 70 грамм. Ручка вообще обалденная. Вот мне всегда нравилась она. Вот в таком исполнении она сделана. Тоненькая, посмотрите. Вот, плохо видно, фиксирует. Вот. И такая ручка прорезиненная. Вот. И на конце вот такая блямбочка металлическая. Все, как бы, нормально. Вот мне он нравился. В руке лежит, как бы, просто идеально. Здесь вот такой переход сделал небольшой. То есть забросишь ты за него, хватаешься, допустим, если фидером пользуешься, как фидером, и делаешь заброс. Все. Все это моется прекрасно, сушится. Допустим, вот как здесь, это место, все прекрасно знают, вытирается. Например, если бы ручка была полностью целиком из такого сделанного материала, из Евы, то тогда бы она вытиралась бы и было бы захезано. Что еще, что еще? Все остальные части в идеальном состоянии, потому что я проговариваю, я ходил с ним на рыбалку, ну, раз, наверное, 5. Вот, касается то же самое составных частей, значит, кончиков, кивертип называется. Я пользовался только вот таким вот зеленым, вот, это именно серия, сейчас скажу, забыл, хард тяжелый, вот, ну, собственно, ходил с ним ловить я так. Все. В хорошем состоянии, то же самое, как и чехол. Потому что почему-то здесь как-то он показывает у меня на видео, что он какой-то затрепанный. Вот. Все с ним нормально, как бы, но здесь какие-то места есть. Это, конечно, как ходишь на рыбалку, соответственно, селедка всегда вытирается именно таким местом и прилипает всякая чешуя, всякая хрень. Собственно, вот так. Цена остается прежней, 2000 рублей. Ниже не пойду. Зачем? Я его покупал, 3800, это мне задешево обошелся, потому что я состоял в группе, и мне его, на него сделали скидку. Стоит он 4200, плюс пересыл еще в Россию. Поэтому 4500, как бы, цена его уже окончательная. За 2000, если есть желание ремонтировать, пожалуйста. У меня желание купить другой фидер, который, собственно, мне изначально хотелось приобрести, потому что у меня были разные. Турнаменты были за 16, были... Боже мой, с нашей советской, господи мой, Волжанка. А вот, потом были микадовские палочки. Вот корешок ты мой драгоценный. Все-таки все в жизни меняется, меняются привязанности. Игрушки меняются, и дети меняются.